вторым, третьим касанием передачи. Обратный отыгрыш, отскочил назад, под сторону и вперед. Передачи, навесы и дриблинг. Теперь разбежаться, как говорится, есть где. Пространство для тренировок гораздо больше. В конце прошлой недели молодые футболисты района вышли на свежий воздух. Первые занятия состоялись на стадионе «Олимп». Долго мы это ждали, все в маленьких залах ютились, тренировались. На двух половинах поля занимались сразу две группы. Одна под руководством Вячеслава Лимкова. Это те самые ребята, которые совсем недавно выиграли в Самаре крупный турнир. Другая же совсем из юных футболистов под началом Вячеслава Устина. Настроение у всех приподнятое, рабочая атмосфера плюс предвкушение начала нового сезона. Первая тренировка вообще была 15 градусов тепла. Почти как лето. Ну и надеюсь, сейчас все начнет функционировать. Футбол наконец-то обретет себя. Соскучился вот вообще по тренировкам на свежем воздухе? Если да, то насколько и как тебе вообще на свежем воздухе заниматься? Ну, мне нравится. Это очень даже хорошо. А до этого в залах занимались? Да, это плохо. Душно там, да? Да, жарко очень. Поле больше пространства. Воздух совсем другой, влажный более. Ну и нам нужно привыкать к полю 11 на 11. Привыкать нужно как можно быстрее, ведь не за горами первые официальные матчи. Например, дружине Вячеслава Лимкова еще предстоит доигрывать чемпионат 21 года. В нем Сергиевск сражается за медали, а значит, к решающим играм нужно подойти в оптимальной форме. Осталась неделя до продолжения прошлогоднего чемпионата, который мы должны завершить. В следующее воскресенье встречаемся с Сызрани, домашняя игра. На своем поле в 14:30 ждем болельщиков. Игра состоится 17 числа. В этот день можно будет смело заявлять, что большой футбольный сезон в районе открыт. Дмитрий Сурков, ТРК «Радуга-3», Сергиевский район.